рыба целиком на ужин, это настоящий праздник, большой тушки хватит на всю семью, а если правильно ее подготовить, то сочность филе понравится всем, а овощная подушка станет хорошим гарниром. Данный рецепт выглядит эффектно, а потому красиво будет смотреться на торжественном столе, но не бойтесь, делается все несложно, главное, сделать ровные надрезы на тушке, и для начала изучите, как приготовить горбушу, запеченную в духовке целиком, подойдет и другая красная рыба. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Рыбу очистите от чешуи, отрежьте плавники, голову и хвост, достаньте внутренности, промойте тушку и обсушите. На горбуше сделайте надрезы до кости через каждые 3 см, рыбу смажьте соком лимона и соевым соусом, засыпьте перец с солью внутрь и обмажьте рыбу снаружи. Все овощи нарежьте соломкой и кружками, морковь, перемешайте их с солью и перцем. На противень выложите овощи, сверху уложите горбушу, сбрызните рыбу маслом. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Отправьте блюдо в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут, затем смажьте рыбу маслом, потом запекайте блюдо еще 20 минут. Приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. А теперь ингредиенты. Горбуша целая, 1 штука, репчатый лук, 2 штуки, сладкий перец, 2 штуки, морковь, 2 штуки, лимон, 0,5 штуки, соевый соус, 3-4 столовые ложек, оливковое масло, 2-3 столовые ложек, соль, по вкусу, черный молотый перец, по вкусу, красный молотый перец, по вкусу, количество порций, 6. Щелчок, клик, нажатие на лайк. Это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Приятного аппетита! Приходите еще!